Сегодня в столице Азербайджана прошел самый крупный в современной истории республики военный парад, приуроченный к 95-летию вооруженных сил государства. По главной площади Баку проехала суперсовременная военная техника, в том числе модернизированные танки, БТР и системы ПВО. В параде впервые приняли участие новые вертолеты военной авиации Ми-17 и Ми-35М. Колоннами промаршировали морские пехотинцы и личный состав военных соединений других родов войск, в том числе пограничники, войска гражданской обороны и Национальная гвардия. В целом в параде приняли участие около 5000 военных, более 400 единиц боевой техники и систем вооружения, а также около сотни боевых самолетов и вертолетов. К Бакинской бухте впервые были стянуты корабли военно-морских сил Азербайджана. Как заявил президент республики и верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, у Азербайджана нет ни одной нерешенной задачи, помимо проблемы оккупации части территории. Азербайджан живет в условиях войны. Война еще не завершена, завершен лишь первый ее этап. Азербайджанская армия должна быть готова в любой момент освободить оккупированные земли. Мы постараемся поскорее решить конфликт мирным путем. Переговоры продолжаются, но военный потенциал укрепляет наши позиции. Сегодня вооруженные силы республики в состоянии выполнить любую поставленную перед ними задачу.